Приветствую всех подписчиков Гати моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по проекту GoBets. Я опубликовала презентацию, скачала на YouTube, залила. Надеюсь, все посмотрели. Но в этом видео хочу показать вам регистрацию, пополнение и все такое посмотрим. Значит, прописываем найм, имя, логин, email. Здесь у нас уже по умолчанию стоит код. Россия, страна. Здесь прописываем номер телефона. Пароль, повтор пароля. Пин-код обязательно записать. Здесь будет ваш спонсор. Здесь у меня не было. Значит, USDT TRC20. Можно поставить и кликаем зарегистрироваться. Значит, после чего идем на почту. Подтверждаем, кликаем почту. Переходим в кабинет. Нет, после авторизации, идет нас кабинет не пустит. Или прописываем свой логин или email. У меня логин стоит. Заходим в кабинет. Как я сказала, этого значка USDT у меня не было при регистрации. Сейчас он появился. Так как пополнять я буду с USDT TRC20. Видите, у меня он здесь появляется. После в регистрации, когда вы нажмете на этот значок, у вас его не будет. А у меня он появляется. Закрываем. Все, сохранила. И наша домашняя страничка. Значит, сразу у нас реферальная ссылочка. Можно так скопировать, можно и так скопировалась, Что теперь далее будем делать? Будем пополняться. Значит, здесь у нас ставки видим, Значит, ставка 1.38, 2.06. Значит, идем в инвестмент. Кстати, языка русского здесь нет. Английский, испанский, португальский. Нажимаем инвестмент. Значит, смотрите, у меня здесь сейчас появилось, не было. Первый минимальный депозит здесь 20 USDT, то есть 20 долларов, У вас может быть стоять 100. Это их бразильский, доллар бразильский или Не пугайтесь. Это первое. 20 долларов. Я кликаю старт. Нужно пополнить на 20 долларов. И будет мне моя ставка за 20 долларов, пока у меня не будет 50 долларов работать. Кликаю старт. Видим, тут у меня уже 20 стоит. Выбираю метод. TRC20 USDT BIO. И что мне здесь? Значит, код, все такое, 20. Комиссия будет 5%. Значит, давайте переведем на русский, пока почитаем. Значит, код, стоимость 20 долларов. Комиссия за обработку 5. Сеть TRC20. 23.02. Статус еще пока обработка, так как я видим, И мне нужно пополнить. Здесь сумма платежа 21 доллар. Так, я копирую этот адрес. Ссылка успешно скопирована. Перехожу в TronLink. Так, подождите, надо мне поставить на оригинал. Копирую. Иду в TronLink.
USDT TRC20 Send. Вставляю адрес кошелька. Проверяем. Next. Прописываю сумму 21. Если вы будете выполнять спайр кошелька TRC20, там комиссия очень высокая. Там, ну, вот у меня с комиссией 21, да, а там $6. Я смотрела видео, женщина пополняла. Там она $26 отправляла. Так что имейте в виду, на пайре очень высокая комиссия. Confirm. Так, все. Я отправила. Ну и на этом все, закрываю. Теперь нужно дождаться. Так. Ты, нет, вот здесь. Ну, минуты две пройдет, и они... А вот они. Investment. Видим, да? 23.02. 21. В процессе. Будем ждать. Вот здесь они должны появиться. А потом уже будем делать ставку. Вот. Давайте я обновлю страничку. Посмотрим. Поставлю на паузу. Обождем, когда монеты придут, и после я продолжу, уже будем покупать, как бы делать ставочку. А пока пауза. Я обновила страничку, и видим, у меня на балансе стало $20. Я выбираю ставку, естественно, где побольше. Это 1.38206. Кликаю на нее. Далее опускаюсь чуть ниже. И вот здесь, вот сюда кликаю. И ставлю $20. Значит, видим, да? Ставка вот 2.06 и как бы доход 0.41. И вот на зеленую вкладочку кликаю. И мне что здесь пишут? Давайте опять переведем и посмотрим. Подтверждение. Выбранный контракт за $20. Лига. В общем, домашняя команда. Команда гостей. В общем, ставка, вот прибыль 2.06. Предполагаемый доход 0.41. Ставим. И кликаю на желтую вкладочку «Подтвердить». Все. И вот она моя, как бы, ставка. Она будет работать, пока я... У меня доход не будет с $20, $50. Понимаем, да? Возвращаемся в дашборд. Как бы все, баланс у меня... А, баланс по-прежнему стоит вот 20, да? Так, теперь что здесь? Давайте... А, инвест я вам показала по вкладочкам. Пройдемся быстренько. Это у нас что здесь? Здесь ничего у меня нет. Так, следующее. Мой Пуршазе. Вот она. Пайт. Депозит мой. Так. Следующий. Вот моя ставка, как бы, бет. То, что у меня. Далее вкладочка вывода здесь, когда будет что выводить. Естественно, будут видео другие. Здесь мой директ рефералы. Как бы, ну и все. И мой нетворк тоже. Как бы. Ну, на этом как-то и все. Продолжение, естественно, будет следовать. Кому интересно, заходите, зарабатывайте, работайте. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, всем пока.